Ликвидация Дарья Рубцова. Ну что, Валерий Яковлевич, удалось зажечь ребятам? Ну, я это слышал раз 100 в жизни. Вы многое повидали. Да немало. И может быть, вторую песню определим по ней? То есть вам этот стиль просто не близок? Не, я бы, знаете, я бы сказал так. Вы уж меня извините, я... это совершенно тупиковая вот дорога, вот ту, которую вы сейчас пробуете делать. По-моему, это совершенно тупиковая, потому что у нас таких коллективов, прав Валер, что уже 1000 или 2000 раз слышал. Потому что у нас таких коллективов очень много. И именно вот гитара, бас-гитара, барабан, вот это вот, понимаете, да, ничего не привнесено. Опять-таки та же история, ничего своего. Все такое вот взятая хорошая, старинная русская народная песня. И... этот, да, способ вот этой вокализации, он настолько уже в ухе сидит, он это... привычный. Мы да. Чего сидим, ждем-то, мы ждем... Тупиковая ситуация совершенно. Я такого еще не видел и не слышал. Ну, может, давайте еще что-нибудь? Давайте, не затягивая сразу же. На песке не пролегли твои следы, где птица белая в тоске, где птица белая в тоске кружит у пенистой воды. Я только там, где звук дрожит в желанной пристани, и где глаза твои стрижи, и где глаза твои стрижи скользят по небу пристально. Валерий Яковлевич, услышала вас Дарья? Что, простите? Услышала вас Дарья? Вот она сделала то, что вам было нужно? Или вы нет, услышали ее? Нет, к сожалению, не сделала. Я не услышал вот этого крайней степени отчаяния, которое есть в оригинальном исполнении. А вот пусть Володя Пресняков скажет, что он думает по этому поводу. Мне очень приятно, что вот эту песню, которую я пою... Николаевскую вместе с Пашей Жигуном. Ребята сделали очень там клевые такие рифы. Это было очень по-своему хорошо. Но, к сожалению, это был крик, а не эмоции. Обычно я себя ловлю на мурашках. Даже когда ее поют другие исполнители, там все-таки пробегает мурашка. Здесь я не поймал ее, к сожалению. Но... тем не менее, вот Валерий Яковлевич очень прекрасно сказал, что в этом направлении, вот в том, что вы делаете, нету перспективы. Не то, что перспектив, как вам сказать. Это все было уже, это было многократно. Это было... вы в состоянии играть что-то другое, мне кажется. И поэтому? Я говорю нет. Вердикт понятен, Диана.
Да, мне стало грустно, конечно, потому что я поняла, как не должен играть рок-коллектив. И как нельзя подходить к чужим песням. Потому что самое главное... Слушайте, на самом деле это не панихида, мы какие-то уже просто... Ребзи, вы не проходите. Вот я говорю вам нет, потому что... Как-то все это, понимаете, очень действительно вторично. И при этом хотелось бы, наверное, если это вторично, но большего куража. Вы при этом очень такие осторожные. Я это не чувствую. Надо больше смелости. Надо, наверное, все-таки иногда понимать, почему ты не можешь этого не делать. Вот так. Поэтому нет. Николай, ну, результат понятен. Ваш комментарий. Ну, да, может быть, тональность чуть-чуть надо было пониже, нет? Или волновалась, наверное, очень сильно, да? Наверное, волновалась. Или плохо слышала себя. Поэтому было так... Эмоции, конечно, захлестывали, а ноты были чуть-чуть не там, где надо. Но это чисто профессионально, как бы. Публики это не касается. Да публика все слышит. И видит, вот. И чувствует. Если бы была чуть-чуть пониже тональность, я думаю, ты бы нам показала свои эмоции, которые у тебя есть внутри. Это видно по глазам твоим. Да, прекрасненькие глазки, умненькие. Видно, что ты можешь петь, и что внутри тебя звучит музыка. Но, к сожалению, надо очень серьезно поработать. И, к сожалению, нет. Ребята, вы не проходите. Тем не менее, вот те вещи, которые вам сейчас сказали люди, понимающие в нашей эстраде, мягко говоря, не понаслышке, которые являются ее мэтрами и столпами, вот, наверное, то, что они сказали, вам нужно обдумать, учесть, что-то поменять и встретиться здесь через год. Наше шоу продолжается.